Добро пожаловать на обзор обновлений в игре Car Simulator 2. Добавили 5 машин, одна из которых идет за донат. Теперь можно ставить сабвуферы в любую машину. Добавлен новый автосалон и стройка. Из новых возможностей кнопка сброса автомобиля. Ну а теперь обо всем поподробнее. Думаю, начнем с нового автосалона. Вот он на карте. Ну а так он выглядит снаружи. При входе в автосалон открываются автоматически двери и встречают фирменная надпись Open Games. Если пройти дальше, то мы увидим большую надпись Luxury Cars. Из чего можем сделать вывод, что это автосалон люксовых авто. Только что тут забыл Skyline и Subaru, неизвестно. Кстати, мы видим 5 пустых мест. Возможно, это намек на новое авто. Все 5 новых тачек мы видим именно тут. Про них чуть позже. А сейчас погнали смотреть стройку. Вот ее местоположение. Само здание напоминает какой-то стадион. Стоят 2 крана и по территории разбросаны железобетонные изделия, через которые мы можем проехать. Помимо этого, мы можем заехать на условные трибуны и там покататься. По новинкам на карте все. Теперь о новом тюнинге. В мастерской появился новый раздел сабвуферы, при нажатии на который камеры перемещаются назад и открывается багажник. На выбор дается 8 аудиосистем ценой от 25 до 65 тысяч. Причем динамики мы можем перекрасить в любой цвет. Возвращаемся в автосалон. Начнем по порядку. Стрела, он же Mercedes SLR McLaren. Из особенностей двери поднимаются вверх. Очень необычно открывается капот. При торможении на большой скорости поднимается антикрыло, и он за донат. Далее идет превосходство. Он же Aston Martin Vantage. Можно купить после завершения испытаний по окраинам. Далее идет Лиса, она же Subaru. Очень заряженный седан со спортивными сиденьями, спойлером, воздухозаборником и обалденным обвесом. Можно купить после завершения испытаний пляжное кольцо. Sky, он же Nissan Skyline. Пол Уокер оценил бы. Из особенностей Sky праворульный. Возможность покупки после завершения испытаний, ночной заезд. Ну и последняя машина — это конкурент, он же рестайлинговый BMW X5. Из особенностей люксовый черно-белый салон и круто открывающийся багажник. Можно купить после завершения испытаний по окраинам. Вот таким получилось последнее обновление в симуляторе автомобиля 2. Скачать можно по ссылке в описании. С вас лайк и коммент, ну или все вместе. Всем удачи, встретимся в следующем видео или на стриме.